Всем добрый день. Продолжаем сегодня часть вторая. Сдаем. Видите, стоят форточные блоки автоматические. Сейчас на зиму сняли термоприводы. Вот. Даже, смотрите, повесили шторку. Вот так будут шторки, оттеняющие по всей длине, висеть. Обратите внимание. Вот. Вот про что я вам говорил. Видите, как перелив. Вот он. И сейчас будем делать еще по новой. Обратите внимание, стык. Как бы. Вот такой будет стык переделываться у нас. Сейчас покажу. А, Леня убрал. То есть здесь будет вот такой обрезаться, будет делаться полукругом. Вот я вам в следующем выпуске потом приеду, покажу. Сейчас решили совместно с монтажниками, что вот это все будет подрезаться. Вот это будет вырезаться вот так полукругом. И будет плотненько сюда входить. И вот это щели, вот как мы вышли. Видите, как все вот в процессе выясняется. Такая красота. Вот обратите внимание про систему подвязки. Ну, они систему подвязки как применили. Замок. Вот обратите. Видите, замочек. Дверчик. Сейчас закроем. Это петелька, чтобы крючок фиксировать, чтобы дверь не разбила стекло. И вот обратите внимание, вот у меня тоже на теплице предложил клиенту, это в подарок сделали. Вот. Обратите внимание, натянули трос, видите, струну, мощный 3 на 4 это. И на него вешается вот такая шторка из-под бонда. Просто перекинули ее через трос. Раз, убрали. Ну, то есть, вот так вот. Собрали, натянули. Для чего? Для чего это делать? Это оттеняет. Вот, например, это лето было очень и очень жаркое. И чтобы растения не горели в теплице, мы вот у себя делали и всем рекомендовали вот такие шторки. Из-под бонда. Можно самый дешевый взять. Самой малой плотности, потому что вы все равно его перекидываете. Плюс это дает еще ночью тепло, держит лучше. Холод от стекла меньше, потому что стекло холодное. И затеняет саму теплицу от жары. Вот такой, видите, рулон сразу же большой купили. Клиент сказал, что будет сама натянет. Ну, мы для образца первую натянули. Видите как. И надо будет, это будет с этой стороны. И трос, видите, с этой стороны. Также натянута система подвязки для растений, как мы видим, над грядкой. И над центральной грядкой. Два троса. На каждом, смотрите, форточном блоке стоят термоприводы. Мы их сейчас сняли, оставили одни пружины. Их надо будет ставить весной. Потому что, почему рекомендуем снимать и убирать именно на форточных блоках коньковой части, то есть на этих форточных блоках? По одной причине, потому что вокруг них образуется шапка. То есть, если везде она съезжает, то образуется шапка. А может быть такая ситуация, что будет теплее в теплице, и термопривод начнет открываться. Начнет открываться и выдавливать. И может или выдавить жидкость из него, или же погнуть шток. Вот так вот бывает. Поэтому мы рекомендуем на зиму снимать. И ставить их весной, когда уже начнется плюсовая температура. Еще что, почему? Когда будет стабильная, вот всем, вот из практики говорю, термоприводы надо устанавливать, когда будет стабильная температура плюсовая. То есть, вот холодно еще, да, весной уже, все знают садоводы, ранняя весна, все жарко, с 30-40 градусов, и потом вечером бах и минус. И все у вас резко замерзло, то есть автоматы не успели, например, закрыться или еще что-то, и в ней холод. Поэтому мы рекомендуем термоприводы ставить, когда на улице будет постоянно плюсовая температура. Стабильная. Вот. Почему снег в теплице? Потому что зима. Дорогие мои, ноябрь. Сегодня 27 ноября. Зимний монтаж. Сегодня закончили. Второй день монтажа. Вот приехал делать отчетное видео. Кто видел, смотрел сторис. Сегодня у меня была задержка. Хотел пораньше, посветлее. Но наши государственные органы работают очень плохо. Так сказать, бывает вот. Значит, напомним. Дверь стеклянная. Труба мощная. 40 на 40. Я сегодня смотрел, еще вам расскажу. Конечно, про конкурентов плохо говорить, но скажу, все равно алюминий, если брать эконом-вариант, тот же Ботаник, это дешевый вариант, это эконом. Он не сравним даже с нашими теплицами рядом. Алюминий также агрессирует, также корродирует,
Поэтому мы применяем стальную трубу, оцинкованную снаружи и снутри, как многие говорят, пользуется. Запомните, оцинкованная труба, она и делается из штрипса. То есть штрипс – это лист оцинкованный. Когда сваривается труба, получается и внутри оцинкованная, и снаружи. Вот. Поэтому это мощная, надежная конструкция, тем более с 10-летней гарантией по стеклу, на растрескивание, на бой, кроме механического воздействия. Также год на гарантии на обслуживание, если что-то в течение первого года случится. Ответьте, сейчас я вам выйду и покажу. Ребята уже сдали клиенту. Она замерзла. Не успел я снять кино, да, Валера? Вот. Потому что сегодня что-то уже вечером подморажу. У меня пальцы, даже телефон уже занемели. Схватились в телефон, руки. Посмотрите, как красиво смотрится вот с укрывным, да, что зашторивание. Все, ничего не видно, соседи не видят. Тем более, видите, коттеджный поселок. Тут заборов нету. Все открыто. И от солнца, и от сглаза. Или от глаза чужого. Смотрите, какая шикарная. Так это потому, что теплицу вчера начали ставить. Поэтому снег здесь лежал уже. Сейчас на пару дней солнышко выйдет. И в ней все растает. То есть она тепло вся возьмет, все растает. Только нужно солнце. Вы прекрасно знаете, у кого теплица. Только солнце вышло, в теплице жарко. Все растает. Вот такая у нас шикарная получилась теплица. Заказывайте, пишите комментарий, спрашивайте вопросы. Все расскажу вам. Валера, как тебе нравится? Ну вот. Палец кверху, и все будет всегда с нами все. Вот еще некоторые пожелания клиента на следующей неделе приедем. Она сделала, так сказать, нам пожелания. Мы их исправим, доделаем. Еще некоторые дополнительные элементы. Сами понимаете, всегда будет в процессе, бывают пожелания всевозможные, которые мы легко можем исправить и переделать, например. Вот, поэтому ждите еще одного видео, еще некоторых моментов, нюансов, и мы все расскажем. До новых встреч. Всем пока. Пишите, звоните, какой размер и сколько стоит. Пишите в директ, все расскажу, все посчитаю. Пока-пока всем.